только что вернулся с юга России и сразу в рейс. В середине мая в Краснодаре в течение нескольких дней проходило два конкурса профессионального мастерства, на участие в которых съехались лучшие водители автобусов со всей России. Сергею Строеву предоставилась возможность принять участие сразу в двух. Возраст 24 года позволил выступить и в национальном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills, и во всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса». Для первого раза получилось неплохо. Думал, все будет хуже. Получилось 11-12 вот места взяли. Получилось лучше, чем хотел. Люди там приехали натренированные, специально под этот конкурс уже были. Как бы все достойно. Достойные соперники были у меня. И у всех было не меньше 5 лет стажу. Некоторые были взрослые уже люди. Стажу было лет по 30, под 40. Внимательность и хорошая реакция – вот главное качество водителя автобуса, по мнению Сергея. Их и демонстрировал на соревнованиях водитель с 5-летним стажем. На WorldSkills мы приехали, нам дали день потренироваться. Мы ездили на Мерседесе, спринтере, на коробке автомат, потом на пазике коротком обычном и на МАЗе 130-м коробка автомат тоже. На них мы поездили весь день по очереди. Потом на второй день у нас все эти контрольные задания прошли. Потом у нас начались соревнования, вот конкурс среди водителей России. В нем принимал участие еще один слабожанин – Павел Вавилов. Его водительский стаж больше 10 лет. Считает себя удачно состоявшимся в профессии, потому что на работу идет с желанием. Людей возить нравится. И когда комфортно доезжают, они и выйдут, и спасибо скажут. Главное требование к водителям автобусов – быть профессионалами своего дела. От их мастерства зависит безопасность пассажиров. Без мастерства ведь не поедем в Киров. Где-то вот пробки, сейчас вот пробки везде. Там ведь надо где-то умудриться, надо в график уложиться. Люди ведь тоже домой хотят, и вечером тоже пробки. Люди домой хотят, торопятся. Тоже требуется мастерство где-то вырулить, где-то объехать. Алексей Ронжин – водитель с 40-летним стажем. Вспоминает, как стажировал Павел. Говорит, сразу было понятно, он в профессии останется. Самому Алексею Леонидовичу тоже неоднократно приходилось участвовать в конкурсах профмастерства. Знакомства новые, все очень самые дружелюбные. И у нас постоянно, как говорится, конкуренция с чепичанами, так что в первый же самый конкурс мы их обошли. Заняли 6-е место, не 7-е. Это было очень даже довольны тем своим выступлением первым. Паша Вавилов тоже мой ученик. Отлично. По всем показателям, то, что ездит исключительно. Свои знания, умения и навыки слабожане демонстрировали, сдавая на конкурсе теорию и практику. Говорят, обошли во многом лучших из лучших. Из 42 участников всероссийского конкурса «Лучший водитель автобуса» Сергей Строев занял 11-е, Павел Вавилов – 12-е место.